защищает Иван Лебедев, номер первый. Ворота команды «Чумны» защищает Данил Мельников, номер 35. Итак, мы всех приветствуем на хоккее на первенстве Поволжья среди команд 2006 года рождения. Сегодня встречается команда хозяев Челны в синей форме, сейчас атакуют. И против них играет команда Рубин из города Кузнецк. И сейчас была опасная такая атака со стороны челнинцев. Сегодня третий игровой день. Сегодня третий игровой день. Обе команды сыграли по две игры. В первой игре челнинские хоккеисты уступили Тольятти Владе 1-3. А Рубин проиграл Торпедо Нижнему Новгороду 6-4. Вчера Рубин играл с «Нефтехимиком» и также уступил 5-1. Впрочем, и челнинские хоккеисты тоже вчера проиграли команде «Дизель» из города Пензы. И сейчас какая-то команда наберет очки, это точно в этом матче. Опасно, опасно. Да, сейчас трижды могли забить челнинские юные хоккеисты. Но болельщики пришли поддержать обе команды и гонят своих любимых детей вперед. Сейчас сыграл вратарь, выручил свою команду, выход был 1-1, и уже атакуют челнинцы. Yeah!
также будут встречаться лидеры «Нефтехимик», который одержал две победы, и «Торпеда» Нижний Новгород, которым в активе тоже две победы. Игра состоится в 11:15. Мы покажем на нашем канале эту игру в прямом эфире, в HD-качестве. И третья игра третьего игрового дня. «Дизель» будет принимать «Пензу», будет принимать «Лав Тольятти». Посмотреть, трансляция идет, у меня вот идет трансляция, сейчас просто подошли. Потому что трансляция идет, а подошли вот сейчас вот. Вот она идет. Там подошли родители с другими, потому что нету. Там он синим женщинам подошла, сказала мне. У вас представитель-то Рубина есть? Да. Ну вот синим подошла вот эта женщина. Все идет, да? Синим он женщина или кто на пятаке? Ну и все как бы. Китай,
сыграно у нас 10 минут. Опасно сейчас оставляли одного игрока на пятаке, но вратарь на месте. Кто смотрит трансляцию от Рубина, передайте каким-то образом эту ссылку. Потому что трансляция все лишнее, мы сейчас проверили, показывает она. Thank you.
посмотрите, а? Много моментов выпускает хозяева. Где-то надежно играет вратарь. В зону и опять мимо ворот. Мощным броском в девятку поражает ворота соперника.
минуты до окончания. Последние минуты первого периода. Где защита? Защита сзади, смотри, уже! Так продолжается у нас в матч между Челнами и командой Рубин. Идет второй период. Счет 1-0. Впереди хозяева. Забили они в середине второго периода. Уважаемые телезрители, скажу так, что проблемы тут с интернетом возникают, и поэтому трансляция прерывается. Мы стараемся сразу запустить трансляцию. Вот, но запись дублируется вечером. Вечером матч будет выложен в полном объеме. Вот, но если что-то случится, опять прервется. Оперативно заливается новая ссылочка, поэтому следите на этом канале за новой ссылкой. Я надеюсь, что сбоев больше не будет. Игра в целом интересная, равная с обилием опасных моментов, как у тех, так и у других ворот. Немножко может, преимущество было на стороне челнинцев. Они не забили, собственно, гол. Но все еще впереди. У нас первое удаление. Хозяев и Рубин будут играть в большинстве. Две минуты. На нашем канале есть чат. Если не сложно, можете написать. За задержку соперника Пушкин вам штрафной казан. Тимур Алтынбаев, номер 34-й команда «Челны». Thank you.
сыграл вратарь. Очень и очень опасно было сейчас у ворот челнинцев. Могли забить гол. Конечно же, надо выбрасывать в таких случаях. Играть еще минуту в большинстве Рубину. Начался у нас второй период. 30 секунд будет играть на него. В большинстве. Беги один! Пять секунд до окончания. Ну что, Челнинцы. Зону.
Да,
не знаю, что до сих пор. Yeah!
бросили. Первый на шайбе был игрок Рубина, поэтому игра не остановлена. Вперед за 5 минут до окончания второго периода. Уходит на бросковую позицию игрок. Вратарь на месте. Нарушил игрок Рубина правила. 2 минуты большинстве Челнов.
за подножку. Малым штрафом наказан Булат Нурисламов, номер 18-й, команда «Челны». Заканчивается у нас второй период. Итак, начался у нас третий период. Играет хоккейный клуб «Челны», набережные Челны, и хоккейный клуб «Рубин», город Кузнецк. После двух периодов впереди хозяева 2-1. Счет
счет становится ничейным 2-2. С передачи Ильи Иркаева, номер 47, шайбу забросил Андрей Матюшин, номер 77, команда «Рубин». Ah!
Еще одно удаление у тебя. Затолчил соперника плюшкой, Малышков наказан, а не Агареев номер 22 за Челны. Thank you.
реальный шанс имели шумненцы забить. Мы посмотрим за этой атакой. За задержку соперника Пушкин по штрафным наказам Булат Нурисламов, номер 18, команда Челны. Автор первого гола. Переносится в среднюю зону. Thank you.
команды Челны играет в полном составе. Хороший был пас, буквально какие-то доли. Игрок Рубина, шайбу. Положение вне игры.
окончен, победил Рубин. Команда приглашается на состояние для награждения лучших игроков матча. Лучшими игроками матча признаны Игорь Уливанов, номер 10, команда «Чернобыль».